Всем привет, с вами Вован, вы на канале Санчес и Вован, и сегодня очередная модель, конверсия, копия, можно сказать, автомобиля. Это модель с полки тюнингованных мною моделей, и это конверсия, копия модели машины Булкина, золотая Приора Булкина. Это та самая золотая Приора, только эта Приора, можно сказать, в своем первом виде. У нее еще была тогда крыша, она еще была тогда целая, это еще до переворота. И еще до, разумеется, разбиения, у нее еще там нет внутри ни елки, ничего. Это просто как бы вот ее только сделали, и вот она. Мне она очень понравилась, эта Приора, я попытался сделать. Это была белая Приора от Велли, которая была мною перекрашена в золотой цвет. Давайте наконец-то ее рассмотрим. У Булкина стояли штампы. Я тоже поставил штампы. Так, смотрим дальше. Сделана доработка фар. Написано ему 293-198, как у Булкина номера были точные на этой Приоре. Сделана проработка противотуманок, проработка морды. Покрашена эта машина хорошо. Затонировано. А почему у меня холодный, а не смешанный цвет? Я хотел смешанный, вот. Затонировано. О, она уже облезать начала. Блин, надо ее скоро будет опять перекрасить. Машина начала облезать немного. Да, она немного облезает. Тут штампы опять. По салончику все сток полный. Значит, она у нас затонирована. Как у Булкина. Штампы, проработка задних фар. И она, к счастью, получилась, мне кажется, что в цвет, как раз как она была в золотой пленке. Она даже вот красиво так блестит на лампе. Вот такая вот золотая Приора Булкина. И напишите, пожалуйста, в комментариях, похоже у меня Приора Булкина получилась или нет. Мне кажется, что похоже. Но, опять же, это лично мое мнение, поэтому я очень жду, чтобы вы написали в комментариях, да или нет, похоже или нет. Ну что, ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравился это видео. Подписывайтесь на канал. С вами был Вован. Вы были на канале Санчес Вован. Это вот такое вот коротенькое видео, обзор на копию Приоры Булкина. Всем пока.